Ел болып, ерекше атап өтетін егемендіктің 25 жылдығына орай облыс орталығында көптеген мерекелік іс-шаралар, мәдени жобалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі Островский атындағы қалалық кітапхана қабырғасында көрініс тапты. Жыл бойы жалғасын тауып келе жатқан жарқын жоба таланттар серуен қалалық кітапхана ұжымы ағымдағы жылдың қаңтар айында қолға алған. Бұл бастаманың басты мақсаты жаңа есімдерге жол ашу және тұрақты оқырмандарды шығармашылық иелерімен жақынырақ таныстыру. Бұл игі шара кітапханаға келушілер көңілін сергітуге үлкен сеп болмақ дейді ұйымдастырушылар. Тәуелсіздік тойы қарсаңында іске асқан мерекелік жиында мүсіншілер мен би өнерін жетік меңгерген Тобыл өңірінің талантты жастары өз қабілеттерін паш етті. Жаңа есімдерді ашамыз жобасының аясында. Тобыл ойшылы мүсіншілерінің көшірмесін жасаған мүсіншілермен кездесу ұйымдастырып отырмыз. Тобыл ойшылы көптеген адамдарды шығармашылыққа шабыттандырды. Жас оқырмандар жобаның арқасында осындай дарынды адамдармен жақынырақ танысуға мүмкіндік алып отыр. Өз өлкеміздің тарихына, оның мәдениетіне деген қызығушылықты арттыратын осындай жобалар жастарға берерім ол. Приучить к прекрасному. В рамках проекта «Открываем новые имена» прошла встреча с интересными творческими людьми нашего города для студентов Кустанайского медицинского колледжа, приуроченная к юбилею независимости. Организаторами мероприятия выступила библиотека имени Николая Островского. Данный проект действует с января 2016 года и успешно функционирует до сих пор. Кустанайскую молодежь знакомят не только с талантливыми людьми родного края, а также ближнего и дальнего зарубежья. Познакомить студентов с интересными личностями, воспитать интерес к истории края, привить поэтический и художественный вкус собрались работники библиотеки и приглашенные гости. Именно сегодня пройдет встреча с интересными людьми города Кустаная. Это кустанайский скульптор Егор Кислицын. И Данила Виктория Валерьевна – это старший преподаватель кафедры иностранных языков Кустанайского государственного педагогического института. Мероприятие будет интересно, оно будет насыщено видеороликами, электронной презентацией. Также сегодня у нас пройдет встреча, впервые наше молодое поколение, участники танцевальной студии «Эстель» выйдут, выступят. Кустанайский скульптор Егор Кислицын объяснил, что такое скульптура и каково ее значение в творческом мире. Виктория Данилова поведала о важности языков и на своем примере объяснила значимость такого явления, как трехязычие. Основной целью мероприятия является выявление молодых талантов нашей области и республики в целом, я так думаю, потому что каждый представитель молодежи талантливый вносит вклад в развитие нашей республики. Целью моего участия является привлечение талантливой молодежи к изучению языков, так как являюсь преподавателем и знаю несколько языков, считаю, что язык открывает каждому человеку дверь, окно в новый мир, развивает его таланты, развивает мышление, и знание языков способствует формированию гармоничной личности, поэтому согласно нашей политике, каждый молодой представитель молодежи должен знать языки. И это мероприятие вносит вклад в развитие этой глобальной идеи нашего Казахстана. Студенты в таких мероприятиях заинтересованы, ведь это прекрасная возможность расширять свой кругозор и встречаться с людьми творческими и знаменитыми. Такие проекты дают правильный настрой для молодежи, а многие, заражаясь яркими примерами, избирают свой путь. Анжелика Бабаджанова, Руслан Джабаев, Казахстан, Кустанай.